Так, значит, всем доброго времени. Сегодня необычное видео. Я впервые записываю студийное безумие прямо во время фаст-озвучки, поэтому мы с вами сегодня максимально серьезно, быстро делаем. У меня сегодня три персонажа. У меня Херувим, пацан, у меня дед и у меня Блиц. Все мы это будем делать в темпе, потому что я боюсь опоздать. У нас прямо сейчас вот выходит адский босс. Мы его делаем, озвучиваем, поэтому быстренько всем привет. Там возьмите, что хотите, я что-нибудь еще придумаю веселое где-нибудь, чтобы вставить, а мы уже поехали. Давайте. Если мы все-таки его убьем, и он окажется здесь, то понимаешь, он. Ой, нет. Алексей, читай субтитры, читай, учись читать. Это полезно в жизни. Да, зачем нам его убивать, и на что. Прощай, моя любимая истина. Какая любимая любовь, Алексей? Ты головой думаешь? Прощай, моя любимая! Какая любимая? А вот тут не должен быть зашкал, камон, ты че? Зашкал не должен быть. Кто написал сообщение? Никаких сообщений. Никаких сообщений во время сообщений, пожалуйста. А хорошие люди заслуживают получить. Нет. Это Мокси. Это экскурсовод. А это Блиц. Хочешь узнать, на чьих коленях ты сидишь? Узнать, хочешь узнать? Дед прорвался в Блице. Самое больное будет, когда мы до Херувимов дойдем. Я буду пищать и пищать и пищать и пищать. Задело, банда! Кого задело, банда? Меня не задело. Деньги! Сейчас. Деньги! Нет. Деньги! Да. Херувимы, мистер Лайт! Лайл, не Лайт. Лайт это в другом месте. Ах ты, пак! Угу. Хорошо. Это плохо. За дело, банда! Пойдет, 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 пойдет. Неплохо, неплохо, хорошо, хорошо. Повезло, повезло. О, это же мой дед. Боже, сейчас самое вкусное будет. Вы трое монстров уже достали нам докучать! Как же я хорош. Лучше не пропустить сейчас, чем фиксить потом. Узрите! Чувство из... Какое чувство, Алексей? Ну ты дурак, нет? Фу, так, отлично. Ставим дорогу на соло. Рендерим эту веселуху. Я буду очень сильно надеяться, что я ничего не пропустил. Потому что у меня голова лопнет перезаписывать этих пищащих утырков. Ведь мой сраный дукс... Бррррррр. Ведь мой сраный дукс... Да какой дук? Кто такой дук? Где он? Где его взяли? Как и зачем нам его убивать? Там такого нет, Алексей. Ты придумываешь. Ну, понимаешь, пупти? Лупти. Ой, как много саба здесь. Ой, а как он будет доволен. В общем, это, наверное, будет концовка, да? Всем спасибо за просмотр. Я куда-то, наверное, тут интегрирую музыкальную часть, которая была, когда я еще ждал серию. А на этом, в принципе, все. Всем спасибо. Всем пока.